Пора новогодних представлений в Фокино сейчас в самом разгаре, как и в каждом уголке нашей страны. Какое развлечение приготовили для детей в гимназии номер 259, смотрите в нашем сюжете. Новый год в нашей стране, пожалуй, самый долгожданный праздник. Конец декабря всегда богат мероприятиями и событиями, приуроченными к наступающему празднику. Хоровод новогодних елок в образовательных учреждениях пестрит разнообразием. На празднике в гимназии все внимание приковал к себе харизматичный персонаж Бабы-Яги. А вообще, знаете что? Не буду я больше Бабой-Ягой. Надоело! Все меня обидеть норовит! Этим, понимаешь ли, печка маленькая, они в нее не влазят. Эти, понимаешь, лопата деревянная, жесткая, не хотят садиться на нее. Все, не буду Бабой-Ягой. А буду я? Ой, знаете, догадайтесь. Конечно. Буду я Снегурочкой. Так, что ты вот Снегурочка-то делает? И принялась Баба-Яга выполнять обязанности Снегурочки – развлекать детей. Сначала хулиганка исполнила свой вариант всем известной песни «В лесу родилась елочка», и актовый зал мигом наполнился веселым смехом. Не сбивайте меня! Зеленая! Все, не сбивайте! Так, дальше! В трусишках зайка сеть, под елочкой скакал! В чем скакал? Как в чем? В трусишках! Зима, холодище, он замерзнет там! Вот мы его одели, чтобы не замерз! Вот! Затем псевдо-Снегурочка чуть не спалила елку, пытаясь зажечь ее спичками, а не волшебством, как обычно это делает Дед Мороз. Потерпев фиаско в роли внучки главного зимнего волшебника, Яга удалилась на своей метле, а в зале появились озорные снеговики, которые развлекали детей песнями, танцами и играми. Не смогла смириться Баба-Яга с тем, что не справилась с ролью Снегурочки, и таки решила испортить детям праздник. В компании своей дочери и волка задумала она похитить символ года – зайчика. Но и тут злодейку с дочерью ждала неудача. Волк оказался агентом добра 2023. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? Русские сказки, как водится, имеют счастливый конец. Добро побеждает зло, а злодеи, в свою очередь, признают свои ошибки и обещают больше их не повторять. Ну что, лесной народ, возьмем их наш волонтерский отряд «Родник», коль обещают на земле одно добро творить. Возьмем? Да! А удостоверение мне дадут? Конечно, дадут! Но сначала... Поняли, да, добрые поняли, дела. Поняли, да. Мы навеки агенты добра! Ура! В завершение представления елочка озарила зал своими огнями. Дети и персонажи спектакля закружились в дружном хороводе. Хочется отметить, что организация этого веселого праздника – совместная работа педагогов и старшеклассников. Ребятам вручили новогодние подарки от губернатора и попечительского совета гимназии. Прозвучали самые теплые пожелания. Присоединяемся к ним и поздравляем всех с наступающим Новым годом!